Здравствуйте! Сегодня я приготовлю шоколадное пирожное. Просеянную муку смешаю с какао-порошком и щепоткой соли. Яйца комнатной температуры соединю с сахаром, ванильным сахаром и собью в течение 5 минут. Добавлю растопленное охлажденное сливочное масло и хорошо смешаю. В несколько приемов соединю с сухой смесью. Дно формы, смазанной сливочным маслом, выстелю бумагой для выпечки и равномерно распределю тесто. В разогретую до 160 градусов духовку ставлю форму на средний уровень и выпекаю 25 минут. Оставлю корж в форме на 10 минут, затем перенесу на доску и полностью остужу. Формочкой вырежу фигурки. Смажу абрикосовым джемом и соединю по 2 штуки. Сверху смажу подогретым в микроволновке абрикосовым джемом и дам ему подсохнуть при комнатной температуре. Черный шоколад растоплю на паровой бане, добавлю сливочное масло и хорошо размешаю. Нанесу глазурь на заготовки и поставлю в холодильник до полного застывания шоколада. Эти пирожные можно сделать другой формы, а вместо абрикосового использовать вишневый джем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, задавайте вопросы в комментариях. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».